Долгие годы головной болью для местных властей оставался аварийный участок теплотрассы протяженностью 50 метров, проходящий в поселке Новосеньково под федеральной трассой. Построенная в 1960-х годах теплотрасса, та ее часть, проходящая под дорогой, никогда не обслуживалась. Это привело к тому, что ежегодно на трассе происходили аварии, приводящие к отключению половины поселка. В этой части поселка находятся 30 многоквартирных жилых домов, две школы и детский сад. Аварийный участок теплотрассы представляет собой две металлические трубы диаметром 219 мм, протяженностью чуть больше 50 метров. Долгое время районные власти не могли получить согласование от дорожников. И вот, наконец, все вопросы согласований улажены и проведены торги на производство ремонтных работ по замене аварийного участка теплотрассы. Заказчиком проекта выступило Дмитровское управление капитального строительства и ремонта, подрядчиком – компания «Арка Групп». Сейчас на сегодняшний день заключен муниципальный контракт на прокол, на замену трубы, которая находится под теплотрассой, под федеральной дорогой. Контракт отыграли, срок выполнения контракта 15 сентября. На сегодняшний день у нас представители всех служб, заинтересованных в этом деле, идет трассировка, разметка трассы, согласовываем с местными службами. Здесь будет привлечена тяжелая техника, будет выполняться прокол, работы довольно-таки сложные. Очень долго согласовывали с федералами, то есть эта трасса федеральная, то есть мы попадаем в полосу отвода, центр магистраль, согласование получили, начинаем работать. На рабочем совещании, состоявшемся прямо на аварийном участке теплотрассы, собрались представители заказчика, подрядчика и различных организаций для согласования проектных работ. Дело в том, что при замене теплотрассы будут вестись земляные работы, и в избежание повреждения различных инженерных коммуникаций, кабелей связи, необходимо подтверждение их отсутствия на данном участке. Энергетики, газовики, Ростелеком, Водоканал подтвердили отсутствие своих коммуникаций. Через несколько дней сюда приедет специализированная землеройная техника, подготовит приямки с обеих сторон дороги для работы механизма направленного бурения. Взамен старых будут уложены две новые трубы диаметром 273 мм в полиуретановой оболочке. Толщина труб и гильз, в которые будут уложены трубы, составляет 8 мм. Согласно контракту, все работы должны быть завершены к 15 сентября.